Всем привет, с вами Сергей Богдасаров. Это мой третий ролик о работе веб-трансфер. Сегодня закрылось несколько моих заявок на займ. И вот показываю результат. И покажу сегодня, как я буду выводить. То есть вот у меня все заявки закрытые, выплаченные. Вот они. Сегодня закрылось. Вот осталось два сертификата, завтра еще закроются займы. Вот я вкладочки уже заранее подготовил, чтобы не переходить. И вот показываю, то есть начал работать в конце сентября, точнее была это только регистрация, а основная работа началась уже в октябре, так как тоже не видел возможности здесь, но когда увидел их, начал глубже изучать, и поэтому я даже калькулятор создал. То есть вот первые мои вложения были $50, и получил я арбитраж на арбитраж 150, в 3 раза больше. То есть это видно, вот 12 октября, вот, а дата истечения была 17 ноября. Ну, на какое-то количество дней оставил и продлевал. Вот. И далее видно, у меня потом взял еще. Вот. Фактически у меня вложено сюда всего лишь $150. 50 и 100. На 100 мне дали вот сразу больше, 300 сегодня закрыл, а вот этот 100 я положил за счет там первых заработанных, еще раз дали 50. То есть вот все арбитражные почти закрыты, осталось еще 2, завтра я их закрою. Вот еще 2 заявки, я их закрою завтра. То есть еще раз для всех такая информация. То есть, когда вы берете арбитраж на какое-то количество дней, на это же количество дней и выдавайте займы. И в тот же день закрывайте арбитраж. Или продлевайте, и если будете продлевать арбитраж, арбитражные деньги, то тогда и займы продлеваете. Переходим в следующую вкладочку. То есть, вот кредитный арбитраж показывает, что мне сейчас доступно 700. То есть, 14 раз по 50 я могу сейчас взять. Выдать, то есть получить арбитраж и также выдать. Количество дней, естественно, любое, но я пока это не буду делать. Я хочу часть вывести, вот, а часть уже дальше вложить, ну, посмотреть, как все это работает. То есть вот сегодня погашение на арбитраж 50, вот эти все возврат всех денег, отчисление в гарант вот трансфера, да, и так далее. То есть процент. И вот эти 300 буквально полчаса назад я закрыл арбитраж. То есть я ничего не должен. И у меня повысился рейтинг, естественно. В кошельке вот эта сумма 289. Бонусы, это когда я вкладывал $100, эти бонусы появились. Ну, что с ними делать? Ну, вначале было понятно. Использовал для получения кредита на арбитраж. Вот. Следующая вкладочка, я уже заранее подготовил вывод, и вот сейчас на ваших глазах буду выводить. То есть первый раз вывожу 236, так как я уже 9 лет в интернете инфобизнесом занимаюсь, активно в 2005 занимался, потом небольшой был перерыв, но никогда не терял связь с интернетом, а последние 3 года уже так более активны, поэтому есть разные платежные системы, ну и как и у многих у вас. И вот я выбираю платежную систему Pair, потому что они 0%, во-первых, во-вторых, даже в веб-трансфере написали, что ускоряют. И сумму пишу кратную, то есть напишу $200. Вот, пусть остальные остаются, их можно вывести в любой момент. Вот. И да, вот обратите внимание, что здесь Pair. Payer или Payer, как удобнее, 0%, эти остальные по 2%, и здесь написано еще быстрый вывод. То есть Perfect Money тоже быстрый, но лучше на Payer, проверим. Оформляем вывод. Естественно, когда будет вывод, я получу и обязательно запишу ролик. Так, все, вывод прошел. Больше подтверждений не нужно было делать.
Давайте сделаем, проверим сейчас. В кошельке 289 было. Так, доступно F5 обновление. Значит, эта сумма условно здесь, деньги ушли. И вот еще раз хочу обратить ваше внимание, что есть стратегии. Далеко не всем эти стратегии известны, потому что здесь сложно рассчитать все. Но так как я создал калькулятор, сейчас немножечко его обновил, приукрасил, и здесь работает четко, уже люди пользуются, и у них достаточно серьезные успехи, потому что именно вот этот калькулятор, который смог создать, он помогает определять возможность здесь заработка даже с двумя партнерами. Вот, пожалуйста, такие вот проценты, 200% за 33 дня при вашем одном вкладе 50 и два партнера по 50. То есть, видите, данный калькулятор может получить любой человек, став моим партнером. Если он не мой партнер и уже под кем-то зарегистрированный, то пусть обращается ко мне, данные будут под видео, мы уже поговорим о возможностях получения данного калькулятора. Все, спасибо за внимание. Желаю всем успехов и удачных заработков. С вами был Сергей Благосов. Сегодня 19 ноября. С вами Сергей Благосаров. Два часа назад я записал ролик о моем первом выводе денег из веб-трансфера. И решил выложить в интернет, еще не обработал видео. И думаю, завтра или послезавтра, когда деньги придут на систему, платежную систему Payeer, я запишу следующий ролик. Но оказалось, что через 2 часа сегодня же деньги поступили. И вот сейчас записываю этот ролик. Вот. И хочу сказать, что 12 октября я положил первые 50 долларов. Хотя вошел сюда в сентябре. После того, как я вложил 50 долларов, посмотрел, как все это работает, разработал свой калькулятор. Калькулятор мне открыл глаза, вот, как работает система, какие возможные стратегии, в принципе, как будто все просто, но почему-то не у всех это все получается. Оказалось, не так уж и все сложно, вот, и положил через несколько дней еще 100 долларов, то есть больше я не вкладывал, 50 и 100, и взял кредит на арбитраж на первую сумму и на вторую сумму. Как деньги стали закрываться, то есть кредит закрывается через 11 дней, займ, то есть закрывается, я получаю небольшую прибыль. Еще раз беру на 50, там такое некратное число получается, ну брал. Фактически больше я средства не вливал. У меня всего активных рефералов сейчас уже побольше, а тогда было мало, и их деньги здесь, вознаграждение от их займов для меня роли не играло. Так что это были практически мои средства. И вот, смотрите, прошел практически месяц от активной деятельности, и уже 200 я вывел. И еще на счету деньги, еще вот у меня завтра закроются займы. Значит, здесь есть и займы, и мои реальные вложения. То есть, получается, 150 я вложил, заработал практически в два раза больше. Но по моей стратегии можно зарабатывать не в два раза, а еще больше, чем в два раза. И вот сейчас мы переходим, вот я вам показываю вывод, сегодня 19-е, 200 списано, специально ровную кратную сумму это вывел, заходим в Payeer, вот эти 200, давно системой не пользовался, хотя с самого начала практически я зарегистрирован здесь, и многие могут регистрироваться, потому что система интересная, здесь и обменник есть, и даже реферальная программа. Вот эта сумма поступила. Давайте сейчас посмотрим историю. Я уже заранее открыл историю. То есть, вот история. Вот эта сумма. 19 ноября. Время 17:59. Скорее всего, это московское время в Payeer. А по ролику, когда я записывал, было 16 с чем-то. То есть, через час деньги уже вывели. Ну, я не посмотрел просто раньше. Деньги через час поступили сюда. И вот от... Так, нет... Нажимаем сюда и смотрим. Да, пожалуйста. Откуда деньги поступили? С веб-трансфера. Заявка, время, дата. Все здесь есть. То есть, в данном случае это подтверждает нормальную работу
веб-трансфера. Если у кого-то не получается с выводом, я не могу знать, какие проблемы. Может быть, не те системы платежные устраивают саму компанию. Может быть, в них не всегда есть средства. Но, как они сказали, что на Payeer выводят практически очень быстро и без процентов. Вот так оно и есть. Так что еще раз благодарность веб-трансферу. Пусть он работает долго. И мы надеемся с ним свое финансовое положение улучшить. Чего я вам желаю. И еще раз всем успехов. Всего доброго. С вами был Сергей Богдасаров.